Привет, ребята, и давайте я вам расскажу базы языка HTML. Для этого нам надо зайти в Notepad++. Для этого вам его надо скачать. Ну, я уже зашла, скачала, и я вот сюда нажимаю на нижней панели. Вот такой у вас должно открыться. У вас, скорее всего, будет язык не HTML. Я не помню, какой там по умолчанию, но не HTML. Видите? Во-первых, вам надо будет вот эту программу выучить наизусть. Я эту наизусть не знаю, я каждый раз ее списываю с заметок в телефоне. Вот. Или на компьютере у вас. Так, чтобы поменять вот это вот, чтобы у вас было после точки написано HTML, вам надо зайти в файл. Дальше сохранить как. Вы можете вот тут код не писать, просто после этого напишите. Теперь сохраняется, ну, я сохраню, например, на работе стол. Новый, так, напишу вам видео. Видео. Все. Теперь вот тут тип файла. Видите, у меня уже стоит HTML. Вот тут у вас очень-очень много языков. И вы должны выбрать HTML. Вот он. Вот видите. Вот он у нас выбрался. Дальше мы нажимаем кнопочку «Сохранить». И все у нас сохранено. Видите, тут теперь по-новому называется видео HTML. Вот как и так. Вот с этим командой мы с вами разберемся в следующих частях. Поэтому подпишись. Всем пока!